предыдущей серии. Вова несет самые тяжелые блины в зале. Вешай его. Мне кажется, здесь происходит таинство. Губы, наверное, тоже хотят выиграть главный приз. До этого было не видно по факту, а сейчас уже, ну, становится виднее, конечно. Желательно поменьше разговоров. Исключение оператора телерадиокомпании. Сегодня мы в городе-герое Севастополя. Именно тут живет Жанна Смолега и наш спецкор Настенька. Ух, от ее острого взгляда в холодильнике Жанны ничего не ускользнет. Жанна, здравствуйте. Здравствуйте. Уже успели спрятать все улики? Нет, вы очень быстро поднимались. Хотя у меня их и нет. На самом деле, проект идет уже давно, я уже все успела съесть. Но мы сейчас проверим. Проверим. Проходите на мою кухню, просторную, 5-метровую. Вот, здесь я как раз готовлю. Как часто готовите и придерживаетесь ли уже сейчас правильного питания? Ну, конечно, я готовлю часто. Я ем каждый день и много раз. С проектом я стала есть гораздо чаще. 5-6 раз в день, поэтому готовлю каждый день. Что сейчас будете готовить? Сейчас я готовлю плов. Что? Плов? Это же очень жирно, Жанна. Тренер сделает вам ай-яй-яй. И, возможно, даже влупит ногой с разворота. А скажите, сложно ли сидеть на диете, учитывая то, что вы исключили углеводы? Ну, конечно, это непривычно, сложно. Но, с другой стороны, конкуренция и волшебный пинок от тренера многое значит. Расскажите, устали уже вот от питания такого правильного, либо все-таки получаете от этого удовольствие и чувствуете, что теряете вес? Да, конечно, получаешь удовольствие, глядя в зеркало и видя результаты, но с другой стороны, конечно, проект длинный и уже эта пища однообразная надоедает, поэтому стараемся разнообразить как только можем. Вот сегодня плов принимаем. Скажите честно, иногда себе балуете печеньком, шоколадками? Нет, я и раньше без диеты не ела шоколадки и печеньки. Поэтому спокойно справляйтесь. Абсолютно. С диетой. Пока Жанна готовит, к нашему удивлению, мы встретили ее подругу. Ну, привет, рассказывай. Хочешь общаться? Рассказывай. Твоя хозяйка придерживается правильного питания? Молчишь, да? Ну, как истинная подруга, своих не сдает. Жанна, ну давайте мы устроим ревизию вашему холодильнику, посмотрим, что там вы, наверное, прячете. А я не боюсь смотреть. О, а что это я здесь увидела? А что? Варенье какое-то. А это не варенье, это как раз вот те самые разрешенные замороженные ягоды, вишня. Кислые достаточно. Значит, все-таки... Есть еще малинка. Значит, все-таки соблюдаете диету. Да. Так, рассказывайте, что у вас здесь в холодильнике лежит? Вот видите, в контейнере гречка. Здесь у меня отварная курочка. Это... Ели мои кошки, поэтому это не мое. А в той кастрюльке? А в той кастрюльке бульон от курицы. Возможно, я сварю какой-нибудь легкий супчик. Смотрите, я вижу горчицу. Да, горчица. Часто употребляете горчицу? Нет, любите? Совсем чуть-чуть могу добавить куда-то вот приготовки. Плов из капусты уже готов или нет? Расскажите. Ну, сейчас посмотрим. Давайте мы не только посмотрим, но и попробуем. Готово, да? Давайте попробуем. Очень вкусно. Похож на обычный плов, но отличается, есть нотки такой вот именно, нотки капусты с каким-то соусом, здоровое с пряностями питание. Такими. Вкусно. Кушать можно. Так что совсем не страшно быть на сушке, правда? Битва за главный приз проекта в 50 тысяч рублей в самом разгаре. Наши пухленькие чемпионы сутки напролет вкалывают в залах. Вот, например, Сусанна Юрченко уже изо всех сил сушится. Мы сейчас делаем вертикальную тягу блока узким хватом к груди обратным хватом. Здесь у нас работает низ спины, широчайшая часть. Ну и плюс, как говорится, на углах у нас работают руки, то есть бицепс. Поэтому это хорошее упражнение для низа спины. Сусанна немножко подводит меня, вот. Немножко недоволен ей сдержанностью по поводу питания. Всегда какие-то отговорки, что-то не так. Смотрите, бабочка обратным хватом, беретесь обратным хватом, вот таким, и делаете разведение рук назад. Это у нас так же самое, работает задняя дельта, спина ромовидная. Выдох, вдох, выдох. Да.
ручки вывела. Немножко таз назад. Наталья Болдырева отрабатывает сцену для фильма «Сияние 2». Но пока все идет по плану. Подожди, не спеши, не спеши. Зафиксируй. В локтях вытяни и немножко подними руки вверх. Все. Вот в этом положении, вот это как зафиксировалось, просто разводи в локтях. Вот сюда, да. Все, спокойно. Выдох. Вот, на усиление выдох, да. Давай. Да, немножко назад еще выдержите. Да, да, локти выше. Мария Ямщикова и Аня Хамидуллина. Сейчас пытаются забыть старые обиды и работать как команда. Хотя пару недель назад Аня была готова все бросить. Тяни больше, затягивай. Маш, ну достало уже, ну все не так, все не то. Ну а если вам хочется получить красивое тело, то бегом на тренировки к Виктории Егьяевой, которая прямо сейчас проводит мастер-класс. Чуть-чуть уже. Уже. Вот, хорошо. Чуть на меня подвинулась. Да, и сделала прогиб поясничный. Вот, хорошо. Прогиб. Давай, снимай. Снимай, да. Локти зафиксировала, да. И опускаешь вот сюда, вот, за голову. И наверх. Раз, хорошо. Локти чуть, собери их ближе. Вот сюда вот, да. И опускай. Хорошо. Вдох. На выдохе подняла. Ну, Надя как-то подходит к работе более ответственно. Более ответственно. Я ее вижу, ну, наверное, я ее вижу и в зале чаще, так как, ну, она сама из Симферополя. Ну, как бы вижу чаще в зале, вижу ее результаты. Давай, 15 секунд. Хорошо. Я не считаю, как обычно. Хорошо. Давай еще три. Раз, еще. Два, еще. Хорошо. Ух, Надежда, вас хоть выжимай. Немного я недовольна Александром, так как вес на данный момент встал, и мы никак не можем его раскачать. У меня закрадываются мысли, что Саша поджирает. Поджирает, значит, Саша? Так получается, он подставляет не только сам себя, но и своего тренера? Ведь в финале выпуска будет голосование, и пара Саша и Маша могут лишиться главного приза. Так, Сашуля у нас подкачает, как он любит выражаться, сногсшибательные банки, но качает он их неправильно, да, по-моему? Да, он, ему тяжело, он чрезмерно уже закидывает эту штангу. То есть ты сильно закидываешься, Саша. Нужно поаккуратнее это делать. Или, вес большой? Или не делать вообще. Вес, да, большой для него? Да, вес большой. Он молодец, прогрессирует. Ну так же можно тоже использовать такой вид, как бы читинг, да? Мы же знаем, как это все выражается. Да, можно. Ну, мы используем. Для Сашки это хорошо или нет? Для Сашки это хорошо. А чтобы он лучше работал, к центру грифа привяжите бутерброд. Что самое сложное? Когда вес стоит и не хочет сжигаться. То тут все тело у нас используется вообще. Где тут банка? Где тут банка работает, Саша? Банка работает. Ты здесь даже ягодичными помогал. Ну да, я... Микроножными, да. Я качаю сразу... Это же базовое упражнение. Ну. Я качаю сразу бицепс и все тело. Все-таки. То есть ты тогда еще приседай немного? Конечно. Чтобы квадрицепс тоже участвовал в этом. Я делаю, я чуть подсяду, хлоп, вот так. Так, хорошо. Там немножко у нас ягодичные сработали, икроножные, да, на носочки мы поднялись, да, немножко. Квадробицепс. Пресс напрягли, квадробицепс, квадробицепс. Прессик у нас напрягся, да, нормально. Чуть-чуть шея. Чуть-чуть шея, ушные мышцы, да? Нет, ушные, трапеция. По-моему, Денис, технику работы штанги с помощью ягодичных мышц Александр подсмотрел у Светы Крупчан. Скоро накачается и сможет колоть орехи, а может даже и дрова. Что за интересное упражнение? Задняя дельта плюс спина, то есть забрать на бабочку. Не знаю, мне она очень хорошо помогает для прокачки спины, трапециевидной, задней дельты, ромбовидной. То есть все, что нужно включить, она включает. Почему-то вот лично у меня, так не знаю, как это вообще у многих, то есть как-то так отношение такое, ты занимаешься собой, значит, ты зря там тратишь время. А это действительно, извините, твое здоровье. То есть если ты находишь время, находишь, как бы, как сказать, да, заниматься,
То есть очень часто жалко время, думаешь, я лучше там что-то сделаю другое, полезное для кого-то, а не для себя. Так, Сусанна приступает. То есть это дебют для них? Да, да, они еще это не делали, уже начинаем немножко добавлять упражнения, разнообразие у них. Думаю, они уже готовы к этому. Ну это же изолированное упражнение. Да. А нужно ли им такое? А почему нет? У них, как говорится, у нее, допустим, вот из-за лишнего веса она не сможет где-то наклониться больше, где-то подняться больше. То есть, как говорится, из-за того, что я боюсь, что повреждение сустава будет. Поэтому аккуратненько, изоляционно, по технике и все. Ей и так он, даже изоляция он убивает. Ей и так уже тяжело. А что при базе будет, я даже не знаю. Если у тебя генетика позволяет, и ты имеешь хорошую талию, то от этой талии ты уже можешь выигрывать все. А это интервью можно смотреть без звука. Ай да, Саня, ай, как хорошо говоришь. Обстановка в рядах акульих гребней наклена, хоть они и стараются это скрыть. В конце серии будет взвешивание, и тот участник, который скинул меньше всего, получит белую футболку и вылетит из гонки за главный приз. Давай, да, одна только немножко туда, другая сюда. Ты уже обратно с гирями? Это, блин, уже какими, блядь, гирями? Блином, давай. Да, поменяемся. Нет, попу максимально подлавину. Да, а ноги выпрямили. Нет, выпрямили. Вот, она нас выпрямили не любит. Почти, да, давай. И вниз. Пошли. Так, максимально, да. Да, да, хорошо. Нет. 3, хорошо. 4. Это обратные 5. Отжимания. Мы здесь прорабатываем трицепс. И пока Жанна и Надежда работают с блинами, Аня Хамидулина взяла действительно неподъемный вес. Маша, ну я в хорошем смысле слова про неподъемный вес сказал. Маш, ты точно 50, не больше? Маш, точно. Так, ты держись крепко. Самое главное в этом упражнении – это правильно страховать. Это вот делается вот так, да? Давай, снимай. Снимай. Тем более, когда такой вес сверху, да, ответственный, его нельзя уронить. И вот так мы страхуем рукой, а желательно двумя руками. Как идет? Нормально, Аня? Отлично, пока что. Пока не разговариваю, пока делаю, потому что мало ли. Вот, то есть можно использовать в этом упражнении живой вес. Да, если у вас не хватает блинов в зале. Самое сложное – не жрать. Какое упражнение самое сложное и почему? А жим лежа ногами, особенно самый тяжелый вес, такой, как был сегодня. Все, остановили. Так, скажи, тяжело тебе далось это упражнение? Мне очень. Сколько ты весишь? 50. 50 килограммов, а платформа? Ну, платформу мы не считаем. Ну, платформа в среднем 40. 40. Ну, то есть 90 килограммчиков она сейчас пожала, можно сказать, ногами. Да. Как результат? Отлично. А начинала с чего? С пустой, наверное? Да, она начинала с пустой, вешали по пятерочке с двух сторон. Сейчас вот дошли уже 50. Прекрасно. Аня, ну расскажи, а ну-ка. Мне кажется, она очень плотно позавтракала, как-то тяжело было сегодня. Да. Так давайте узнаем, чем ты позавтракала. Я завтракаю каждое утро одним и тем же. Овсянка на молоке, 50 грамм. И кофе. Это кофе, наверное, печенька какое-то шло. Сегодня просто огонь тяжело. Поговаривают, в основном тренер поговаривает будет, что немножко ты подъедаешь. Да? Нет, ни в коем случае. Ну кто же скажет? Огурцы. Есть захотела, огурец слопала. И так в течение дня на работе и вечером. А что с весом тогда? Почему? Стоит. Почему стоит? Не знаю. Может, гормональный какой-то сбой. Ты отдаешься тренировкам? Конечно, питанию. Каждый день питание, тренировки без кардио. Нарушений. Кардио обязательно. То есть странно, да? Как-то? Ну, надо что-то ну придумать. Вот да, мы с тренером вот думаем, что дальше делать. Угу. Почему вес стоит. Самое сложное – это упражнение для ног. Потому что, ну, в связи с травмой ноги, у меня еще это было в 11 классе, периодически, когда большие нагрузки на ноги, у меня начинают болеть ноги. И они болят так достаточно сильно. Приходится применять мази, эти наколенники дома носить или на работу, чтобы колени не болели. Это имитация горизонтального блока, то есть для людей, которые еще, как говорится, только хотят научиться, приспособиться, как правильно делать. То есть здесь, как говорится, можно показать человеку, как лучше встать, как работать спиной, куда одевать руки,
потому что для многих с лишним весом это упражнение в горизонтальном блоке сильно давит на поясницу, поэтому многие начинают делать неправильно. А здесь надо научить держать осанку и как правильно натягивать вес. Сейчас мы с вами проработаем широчайшую мышцу спины. Это подтягивание. Ножками вот сюда. Опускаем. И сводим лопатки, да? До выдоха. Медленно, мы не спешим никуда. Хорошую фигуру без спортзала — это должна быть хорошая генетика. Если хорошая генетика и, конечно, придерживаются, ну, баланса в питании, то можно иметь и без спортзала хорошую фигуру. Но, к сожалению, таких единицы. Жан, ты соскучилась за мной? Я, да. Правда, за тобой тоже. Да. Правильно? Полтора. Вот так? С ровной спиной и сводим лопатки. Раз. Опустилась. Выдох наверху. Выдох. Работаем лопатками. Да. Лопатки свела, грудь наверх, выдох наверху. Мы качаем железо вместе с Анной Хамидуллиной. Это чудовищный жим ногами. О, как хорошо идет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас. Ой, мамочка. Не смеюсь. Уверена. Давай. Ой, я такая злая. Вы не поверите, какая я злая. Ух. Ух, какая женщина. Самое главное — страховать, друзья, потому что женщина может и крякнуть не в подходящий момент. Кря. 10 кря из 10. Вот оно, вот оно! Она крякнула, снимайте! Это выпады. Для меня оно самое сложное. Потому что оно сильно энергоемкое. И оно мне не нравится, вот и все. Как говорится, нравится, не нравится, тяни, бородатая красавица. Нет, это тоже. Надо что-нибудь такое, что-то вот руки забиты. О, это мой размерчик. Саш, брось. У тебя же имя какое. Александр. Как Невский, как Македонский. Держи. Я даже столько не сделал. Когда не знаешь, что делать, делай бицепс. Ребят, вы, конечно, все молодцы, но я верю только цифрам. Подготовься к взвешиванию. Раздевайтесь. Сегодня мы взвесим участников акулии сушки, и тот или та из них, кто сбросил за последние 2 недели меньше всего веса, получат белую футболку. А значит, что не смогут бороться за главный приз проекта 50 тысяч рублей. Первый выходит на сегодняшнее взвешивание Давыдов Алексей. У него был вес 126 килограмм 200 грамм. Ух, ну и синичи еще у Алексея. Это все после игры в американский футбол, между прочим, некоторое время назад. Да уж, игра не для слабаков. А, вы хлопаете, потому что он хотя бы вышел? Может, после взвешиваем вам попробовать? На данный день у Алексея 120 килограмм 800 грамм. Так, ладно, неважно. А, вторая выходит... Бажена? Давай. Бажена – первая участница, которая получила белую футболку лузера и теперь не имеет права на главный приз проекта. Сегодня такая футболка тоже достанется тому, ну или той, кто меньше всего сбросит. Бажена вес был 81 килограмм, 400 грамм.
79,9. Так, не ломай весы. Хамидуллина Анна. Да, конечно, нужно. Прошлый вес составлял 83 килограмма 400 грамм. Выдыхаем. У вас с Баженой просто один точь-в-точь вес. А весы хоть правильно? Ну, я не знаю, Бажена только что перевернула. Купчак Светлана. Прошлый вес составлял 77 килограмм. 75-200. Чинченко Владимир. Прошлый вес был 110 килограмм, 500 грамм. 106,5. Юрченко Сусанна. Сто три был прошлый вес. 99,700. Молодец! Болдырева Наталья. Это не поможет тебе, Наташ, не поможет. Уже делали. Ой, поломали, все. Прошлый вес составил 83 килограмма. 79,5. Пеек Андрей. Прошлое взвешивание было 132,800. 125,400 на сегодняшний день. Капустина Маша. Прошлый вес составляет, не написано, сколько составляет. 56,800. Жанна Смолега. Семьдесят пять был прошлый вес. 71,700. Надежда. Не хочет, да? Прошлый вес был 65,300. 63,400. И Драбич Александр. А где Драбич Александр? Его нету? Он совсем похудел еще. Итак, я только что почитал ваши результаты с первого взвешивания нашего, да, в начале проекта и по сей день. Начнем, наверное, с хорошей ноты, да? Первое место у нас получается Пеек Андрей, который скинул 20 килограмм 600 грамм. Ну, подожди, еще не конец проекта. Будет и минус 30. Второе место. Давыдов Алексей. Чуть-чуть проиграла борьбу. Светланочка. Нет, чуть-чуть. Нет, это... Полкилограмма за второе место. Ну, вы же понимаете, что это просто, чтобы прыгнуть еще дальше на финальном... Ты дала им фору для того, чтобы потом стартануть. Да. Я понял. Итак, теперь переходим к ноте не очень положительной. И кто скинул больше, то есть меньше всего, это первое место с конца Бажена. Хлопайте только, пожалуйста. Да, не стоит хлопать. Это всего лишь получается минус 3 килограмма 600 грамм, вот. И Маша минус 6. Ну, Маше можно похлопать. Ее на первом месте,
Десятая часть ушла. Да, 10% это хороший результат. Ребят, ну сегодня сложный день такой получается. Андрюх, тебя поздравляю с тем, что у тебя иммунитет. Вот, тот раз кислет, это теперь у тебя. Держи. Красную сегодня, у нас Божена и так, в белой уже группе Б. Красная сегодня должна была достаться Маше, но не достается. Я человек справедливый. Нет у нас сегодня Андрея Драбича, куда-то он пропал. Очень сложно. Кто? Саша Драбич, все равно устал. Короче, найдем его, тогда мы пойдем, поймем, кому это отдавать, а пока никому. Все, отдыхай. Справедливо. Без последнего участника Андрей Шарков решил никого не снимать из гонки за главный приз. Это, конечно, хорошо, но куда пропал Александр Драбич? Ой, я перестал страховать и стало тяжелее. Вот что значит моральная поддержка друга. Выявленный ракурс берете прям. Самого верха, что там нельзя как-то сбоку поснимать?